Ну что ж, Вальхейм, пора попробовать. Я уже до этого видел эту игру, но не играл в нее. Я посмотрел, типа, я очень высоко оцениваю эту игру, так что мне стало интересно. Ну, первое, что мне в глаза бросилось, это, конечно, графика. То есть графика тут такая себе для 2021 года, тем более, что это новая игра. Я даже когда Вальхейм только увидел, я подумал, что может эта игра там 2010-го, я не знаю, но это типа новая игра. Хотя по графике не скажешь, но игра новая. Такая простая кастомизация. О, неплохо. В Steam 10 из 10 эту игру оценивают, как я понял. То есть неплохо. Ну вот лучше вот так пусть будет. Поехали, то есть я не играл, я вот сейчас впервые захожу в игру, то есть я ее только скачал. Это что-то на типа Майнкрафта, что ли, то есть тут я думал, что это просто RPG, а это типа с элементами выживания, еще что-то. Так, Magic. Тут сиды есть разные, то есть это как в Майнкрафте. В Майнкрафте же тоже сиды разные. Так долгая погрузка была, ну Поехали. вот пошли субтитры. Давно про отец Один объединил миры, он своих врагов куда-то в тюрьму закинул, еще что-то. Короче, Один своих врагов куда-то в какой-то мир закинул, потом они начали, эти враги, подниматься там, что-то такое. Ну, типа, крепчать враги начали, он своих этих тёлок закинул, чтобы они там дрались, как они называются. А, Валькирии его. Неплохо. По-моему, подлагивает. Сейчас посмотрим, приземлимся. То есть игра это выживалка. Не, что-то лагает. Сейчас посмотрим. Настройки не самые высокие стоят. Опа, приземлился. Йовет. Так, я мокрый. Тут нельзя на паузу ставить, только в Dark Souls, типа, на паузу ставишь. Ну, вот так вроде получше, типа, на паузу ставишь, у тебя игра не ставится на паузу, а продолжается. Хаген — это птица, вот это ворон Одина. Добро пожаловать в десятый мир, воин. Я Хаген, послан, чтобы вести тебя в приключениях. Монолиты, камни, которые окружают тебя, это какие-то там камни, они... Короче, эти камни, они что-то представляют. Форсакен — это забытые или что? Типа, ты должен их победить, чтобы вознестись в Вальгаллу. Это, наверное, типа боссы какие-то нарисованы. Вот тут какой-то дракон. Тут какой-то череп. Это, наверное, боссы нарисованы, которых убить надо. Наверное,
Наверное, надо будет, как в Dark Souls, типа, этих чемпионов пепла вешать. Ну, вот там надо было, типа, пепел на трон класть, а тут надо будет голову врагов, наверное, вешать на эти штуки. Музыка прикольная. Хаген. Даже космическая фаза проводим. И ктир. Короче, мне надо будет кого-то сейчас победить. Видимо, вот этого чела, который тут изображен. А для этого мне надо оружие. Что-то такое. Регистр локейшн. У меня, кстати, на карте. Так, что у меня есть? Какая-то туника и факел. Это все, что у меня есть. Туника и факел. PvP damage disabled, окей. Да, что дальность прорисовки такая себе. Хотя, по идее, у меня нормальная дальность стоит. Видимо, так и должно быть. Ладно, хер с ним. Most items must be crafted. Короче, вещи надо крафтить. Оп, это как в Скайриме прямо. Видите, прыгнул, прокачал прыжки. То есть что-то делаешь, у тебя оно прокачивается. Что по квестам? Ну, по квестам, я думаю, мне надо пушку скрафтить, как я понимаю. Эйктир. Hunt his skin. Ясно. Ты нашел место призыва одного из форсакенов. Форсакен — это его боссы какие-то. Боссы этого мира. Мэнк за корруптов. А, их можно типа сумонить на этом алтаре. Короче, они сильные, вот эти боссы сильные, форсакены, и для них надо оружие крафтить. Я понял. Понимаю. Ух ты, доджить можно. Круто. Музыка прикольно играет. У меня путь немного прорисован вперед. Да чисто этот Майнкрафт. Ты когда смотришь, оно видно, а когда ты камеру отводишь, оно размытое. Я только сейчас понял. Видите, ты когда камеру наводишь, у тебя будет, ну, у тебя нормально прорисовывается. У меня такое чувство, что мой персонаж есть хочет. У него вилка нарисована в нижнем левом углу.
Ты нашел еду, съешь это. А, ну да, вот розберис. Все, персонаж наелся. А, я не могу больше есть, я понял. Можно камень подобрать, наверное, пригодится. Бревно. О, прокачал навык. Можно дерево бить и будет навык прокачиваться нормально. Факел есть. Данделион. Ну да, в принципе, я иду, и карта прорисовывается впереди. Точнее, это видно в правом верхнем углу. Прикольно. Краситься можно. Сник прок. Интересно, они агрессивные вот эти или нет? О, еще один камень. Тут противники бегают. Ну, точнее, я не знаю, противники это или нет. Кабаны какие-то. Подлагивает, сука. У меня, походу, руки разбиваются. Что делать-то? Просто идти, что ли, вперед? Я просто не вижу тут панель с квестами или что. Должно быть. Встань, блин. Так, это кто на меня напал? Грейлин. С него ничего даже не выпало. Резин какой-то выпал. О, что-то появилось. Дубину можно скрафтить. Нет, мне еще дерево надо для дубины. Или каменный топор можно, или хаммер. Так, еще дерево надо. Интересно, игра же сохранится, когда я из нее выйду. Так, ну нужна древесина, вот она. Хаммер. Блин, а это что, не оружие? Блин, это не оружие, это нужно для какого-то ремонта, что ли. Я думал, это оружие, блин.
Фигово. Мне теперь нужно опять камни и дерево подбирать, чтобы оружие скрафтить. Хаммер это, оказывается, не оружие. О, ворон пришел этот. Блин, что так лагает, интересно. Но это только с ОБСом, по идее, без ОБСа не будет. Нет, с антиалиасингом хочу. Я не хочу без антиалиасинга играть. Так, you have crafted the hammer. Workbench, мне говорят, можно скрафтить. Ну да, это тупо Майнкрафт. Смесь какая-то Скайрима, Майнкрафта и Dark Souls. Хочу все-таки оружие какое-нибудь скрафтить, потому что без оружия что-то как-то опасно, мне кажется. Грибочек. Так, камни и палки мне нужны. О, я могу теперь оружие скрафтить. Окей. Так, птица сказала мне workbench скрафтить. Значит, надо это сделать. Может, это тут? Да, вроде неплохое место. Workbench. Мне не хватает дерева для workbench. Интересно, а зачем мне факел? Типа тут прям так темно, что ли, бывает? Что ничего не видно будет? Так, дерево. Еще 2 единицы дерева надо. Может быть, размытие выключить? Где оно тут? Дистилляцию. Меньше лагает, да? Или нет? Не, все равно лагает. Так. И так подлагивает. Ну, антиалиасинг я не хочу выключать все равно. Так, go work bench.
Может, как-нибудь вот тут у камня. Дофига крафтов сразу открылось. Так, Workbench позволяет крафтить много всего. Ясно. Надо запомнить это место. Блин, тут крыша нужна. А, нифига тут всего открылось. То есть я могу теперь дом тут построить. Пол, забор, стена. Для всего нужно дерево. О, мир сохранился. Вот как на скролл переворачивать, все ясно. Реально темнеет. Персонажу холодно, как я понял. Хавин. Ясно, короче, ночью холодно, и мне нужно какое-то тепло. Я вроде мог костер скрафтить. Для этого мне древесина, да, нужна. Кэмпфайр. Реально надо забором обставиться тут. Блин, опять я холод чувствую. Блин, костер заправлять надо будет.
Да, конечно, эта игра оказывается глубже, чем я изначально думал. Я думал, что это просто РПГ. Факелом могу деревья рубить. Только что-то они не подбираются. У меня, походу, факел заканчивается. Я что-то слышал. Вроде бы. Там древесина. У меня в Майнкрафте часто было, что я терял, типа, путь к убежищу, то есть я реально там блуждал долго. Но тут хотя бы карты есть, в Майнкрафте-то карты нет. Звери бегают. Так, древесинка. Отлично, прям много дерева подобрал. Тут сейчас почти все из дерева крафтится, то, что у меня есть. Так, наверное, надо в убежку возвращаться в свою. Ой, как хорошо, очень много дерева подобрал. Так, только не говорите, что я заблудился. А, нет, вот он, мой факел. То есть мой костер. Зверюги прибежали какие-то. Так, интересно, как тут крышу установить? Она на что-то устанавливается или просто? А, просто так устанавливается, окей. Ой, блин. В костер наступил.
Так, у меня забор тут не сгорит, не должен. Что-то кривовато получилось. Ладно. Не, не то. Какую крышу поставить? О, уже светлеет. Прикольное небо, кстати. О, ну вот, нормально. Типа. Так, не буду пока факел тратить. Ну что ж, интересно, вообще буду изучать, дальше продолжать изучать эту игру. Прикольно.